Добрый день, дорогие друзья! Всем большой привет из Крымской саванны. Вот наша красавица Томочка лежит. Уже у нее такая талия широкая. То ли от того, что много кушает в саванне, много вкусняшек, то ли от того, что уже скоро могут появиться чиповичи. Ну что ж, друзья, посмотрим. Так, а что у нас в вольере у ловеласа Симона? Там все нормально, у Симона все под контролем. Ну что ж, друзья, тогда идем дальше. Посмотрим, как поживают львы главного прайда. С львицей все в порядке. В главном прайде она, в отличие от Любаши, не устраивала здесь матриархат. Помните, в прошлом году, когда Любаша была тоже единственной львицей в главном прайде, то там у нее такой был жесткий матриархат, все ходили по струночке львы у нее. Но Любаша нет, у нее другой характер, и, собственно говоря, ей это и не нужно. Как говорится, у каждого свои интересы. Вот, полежала Томочка. Скажет, так, не пора ли мне еще подзаправиться? Что-то много здесь туристов ходит, у многих сумки. Наверное, в этих сумочках есть что-то вкусненькое. Взгляд такой у Томочки, что ой, уже и не хочется кушать, но надо. Вот, друзья, тут наши лежат одуваны, сия саванны, красавчики. Тоже уже пузики подъедали хорошие. Ну, в принципе, Чипуля тот вообще всегда отличался тем, что за лето так набирал вес, что даже ножки у него не выдерживали суставы, потом прихрамывал. В этом году он молодец. С Томочкой загулял и веса не набрал. А тут еще и набеги на заколесный прайд. В общем, сохранил свою форму, и мы видим, что нормально в этом сезоне Чип не хромает. А вот красавец Чук. Чук лежит, посматривает, скажет, да, хорошо в этом сезоне, что не выпустили Гирея, этого молодого наглеца, а то он мне тут портил всю спокойную жизнь. А так нормально он. Вот вся компания. Томочка, Чук, Дейл и Чип. Все верные друзья. И не скажешь, что когда-то у Дейла с Чуком была война. Вот, Чипуля пришел, завалил свои задние ножки на своего друга Чука. Приобнял его так. Как говорится, приятно чувствовать дружескую спину. А они знают, что всегда могут положиться друг на друга. И уже не раз выручали друг друга в разных ситуациях. Поэтому, в отличие от того же Дейла, в котором только вот последние 2 года у Чука сложились хорошие отношения, то с Чипом практически всегда. Единственное, когда вот совсем Чук был молодой, тогда да, Чип и Дейл, Кай любили его тоже немножко так подраконить. Но потом, когда Дейл 2 сезона просидел, не выходя в саванну, то Чип хорошо сдружился с Чуком. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра!